«Бессмертен тот, отечество кто спас». Эти слова великого русского полководца Михаила Кутузова дали название необычной выставке, состоявшейся в галерее «Арт-Союз». Она была посвящена 200-летию победы над Наполеоном и приурочена 65-летию выдающегося российского скульптора Александра Аполлонова. Выставка необычна тем, что в небольшом пространстве галереи были собраны портреты героев Отечественной войны 1812 года. Точнее, не портреты в обычном понятии этого слова, а художественные фотографии работ скульптора. Это создало совершенно нереальное чувство, что герои Бородинской битвы и умнейшие головы российского государства собрались в едином порыве, чтобы взглянуть на нас из далекого прошлого. Взглянуть и оценить, насколько изменился мир. Осталось ли в нем место для подвига? Согревает ли наши сердца, как и прежде, любовь и гордость за отчизну? И способны ли мы на великие дела на благо нашей Родины? Лучшие черты лучших сынов Отечества нашли свое отражение в скульптурах, объединенных общей темой – «Аллея российской славы». Тщательно изучая исторические материалы и все события, связанные с героями своих работ, Александр Аполлонов создал блистательный ряд красивых благородных людей, вошедших в историю России навсегда. Знакомые с детства, они наделены скульптором живым огнем. Автору удалось передать и настроение, и характер. Герои стали ближе к нам, понятнее, словно доверив художнику частичку своей души, которую он воплотил, пропустив эту энергию через свое сердце. На выставке представлено много работ Александра Аполлонова и собраны фотопортреты самых значимых скульптур Краснодара. Каждая из этих грандиозных работ, по сути, является страницей истории и легко узнаваемой достопримечательностью столицы Кубани. Его работы полны исторической достоверностью, благородством и красотой настоящих героев, способных и через столетия зажигать в сердцах огонь любви к Отечеству, гордость за свой народ.